Очень скоро голубая дорога свяжет Швецию и Карелию, а начало этому уже положено. Сегодня в бизнес-центре на улице Антикайнина состоялась символическая презентация шведского центра, представительства в Петрозаводске официальных и деловых кругов и культурных организаций шведской губернии Вестерботтен. По этому случаю нас посетила сама госпожа губернатор Йорл Болин с сопровождающими ее лицами. Можно нам не использовать те естественные преимущества, которые отпущены Швеции, Финляндии и Карелии для сотрудничества между Европейским Союзом и Российской Федерацией? В 80-х годах у Петрозаводска появился шведский город-побратим Умио. За 10 прошедших лет их примеру последовали еще 8 городов. А в сентябре прошлого года был подписан договор о взаимовыгодном сотрудничестве между Республикой Карелия и губернией Вестерботтен в рамках международного проекта «Голубая дорога». Проект со столь красивым названием должен объединить страны Скандинавии и Север России в решении общих проблем малого и среднего предпринимательства, в основном нахождении новых рынков, в создании единой транспортной сети и совместных программ в области образования и культуры. Только на создание фонда финансирования малого бизнеса шведская сторона выделяет около 2 миллионов крон. Карельское правительство сумму в 10 раз меньшую. Остается надеяться, что отпущенные средства пойдут по назначению, и наше сотрудничество действительно будет долгим и выгодным обеим сторонам.